Ребята, привет! Сегодня 1 января. Время уже 5 час, наверное. Сейчас я посмотрю, сколько времени. 1 января. Мы вчера как с Ильей на горе слушали сердючку, так я думаю, дома надо послушать. Все, я вспомнил про сердючку, опять ее полюбил. Время 4 часа, вру я, что 5 час. Я очень долго делал ролик. Но я его все-таки доделал. Посмотрите, у нас какая сегодня кайфовая погода. Я, блин, дома сижу. Я спал до 12. Я спал, и Димка, смотрю, спит, и тетя Женя. Но тетя Женя рано встает. Она-то уже и вставала, и снова отдыхала. Короче, мы все спали. У нас сегодня сонное царство было. Потом я, значит, сел делать ролики. Сел делать ролик мне. Илья там скинул файлы. Салюта, он, я, короче, на свою камеру снимал, ну, вы видели, а он снимал на свой фотоаппарат приближенный. В общем, пока я скачал сегодня что-то с интернетом, пока я скачал, долго времени прошло. Еще, короче, я сейчас подошел, я вчера столько сладкого сожрал. У меня и так все в прыщах. Вон даже где соскочил. Замазывал сейчас все прыщи себе. Мазью от прыщей. Тут Женя, он мне цинковую мазь дала. Ходил полдня, сушил себе эти, подсушил прыщи. Знаю. Ладно. Боже. Вчера мы пили сладкое шампанское, закусывали шоколадкой, закусывали мандаринами. И теперь все оружие. И так прыщи вообще в прыщах. В общем, ладно. Не о моих прыщах. Пойдемте на улицу смотреть, тепло или нет на самом деле. И что там на аллее творится. И я еще, наверное, хочу сходить на камни прогуляться. Как раз у меня час 50 минут будет делаться ролик, и как раз 50 минут можно пошариться. Ребята, на улице, видите, сразу па-бам, па-бам. Котики, обормотики. Идем вниз. Идем на аллею. Сейчас уже солнышко, блин, спрячется. Надо... Ой, птички-то наяривают. Мне надо в магазин сходить, купить семечек для прогулки. Ой, а я, наверное, вообще сейчас возьму семечек и спущусь на юность. Посмотрим, посидим там, посмотрим закат. Че, самый красивый пляж теперь юность получается. Вон там народ, видите, поднимается. Я вообще, ребята, вообще, конечно, до сих пор под впечатлением, как мы с Ильей Новый год встретили-то наверху. Да, я всякое разное встречал. Ну, как я всякое разное встречал, я все-таки более... Не более, я всегда за столом его встречал. За столом в квартире. На улице. Я даже возле елки, по-моему, его ни разу не встречал. А тут... За столом... Да еще, а стол-то у нас был на кошке. Да, это самое такое экстремальное. Не экстремальное, там, в принципе-то. Но если так разобраться, да, это экстремально было на кошку ночью лезти. Но это не так уж прям экстремально. О, сколько машин, смотрите, приехали. 1 января аллея заполнилась. Это, наверное, Симферополь. Отовсюду. У них там, может быть, даже тоже снег выпадал. Люди приехали погулять по зеленому смизу. Так смотришь, даже вон аллеи заполнены. Я вот не взял рюкзак котиков-то. Ну, Илья сейчас говорит с друзьями, пойдет гулять. Они в 5 встречаются. Я думаю, он по-любому котиков покормит. Ребята, вот так смотришь, хоп, и смиз ожил. Ожил Симис, все вышли гулять, может даже и просто местные, не то что Симферополь, а просто местные симизовские жители. Ура, Симис проснулся, ожил на несколько дней. Интересно так слушать, люди идут, рассказывают, кто что не помнит, кто где спал, кто с кем спал. Прикол. Я, как всегда, вот сюда иду.
Сейчас отсюда посмотрим на аллейку. Нет, надо чуть еще отойти. Вот отсюда сейчас посмотрим на аллейку. О, ну прям красота. Гуляют, ребята, люди. Хорошо, я вам взял традиционный набор. Семки и квас. Пойду сейчас на набережную. И я, представляете, я уже не пью 5 лет. Да, 30 лет я последний раз пил, или в 31, наверное. 31 год я вообще перестал все пить и курить из-за давления. И я сейчас, выпив несколько глотков кваса, становлюсь пьяный. Это, конечно, смешно, и все надо мной ржут, но вы правда попробуйте. Если вот так вот долго, я думаю, даже если месяц не пить. Квас, блин, вставляет. Я его беру не для того, чтобы меня вставляло. Я вообще, в принципе, за наши напитки, ну, российские. Не пепси и колу я тоже, конечно, но я могу так редко попить ее. Но вот чаще все-таки я квас люблю, предпочитаю пить. Ну вот есть такое у него последствие, блин, неприятное, что он меня вставляет, зараза. Наша вилла, наша вилла. И все, ребят, я спустился вниз. Вернее, спускаясь, повернул я уже, чтобы спускаться вниз. Круто. Я вот сейчас думаю, крутая идея. Сесть, тупить, ничего не делать. И смотреть на море, пока не стемнеет. И пока там у меня ролик рендерится. Да, я, конечно, сегодня поспал. Нехило и поспал, блин. До обеда. А потом еще пока взялся за рендер, а потом еще взялся пока за монтаж. Мне Илья переслал файлы, у нас, короче, почему-то мне его файлы с фотоаппарата не подходят, мне приходится их переделывать в другой формат, это тоже время. О, сегодня весь день у меня такой сонный, потом я эти форматы переделывал, потом я делал ролик, и вот только в 4 часа я сподобился выйти погулять. Кваска как попью, блин, все ничего, ну че я от него пьяный становлюсь. Ну такое прям. Мне мама даже летом говорит, не пей квас. Как будто, знаете, как будто я водку пью. Ну не то, что не пью, она говорит, может, не надо тебе квас пить, если ты от него пьянеешь. Я говорю, ну это же смешно, даже дети квас пьют, а я-то. Я больше всего люблю квас. Вот отсюда смотрите, как смотрится. Зеленое море. Ой, зеленые ветки и море. Все, шагнули к красоте. И тишина. Вот, наверное, раньше в этой вилле как хорошо было праздновать Новый год. Слышите, как море? Ой, а какой цвет, а какое небо сегодня, ребят, посмотрите. Офигеть. Вон, в заборе, говорю, в стене даже вот цветочки цветут какие-то. Красота. Интересно, есть кто-нибудь на пляже? Сейчас будем смотреть. Вообще, ребята, не витринки. Слышно только, как птички чирикают и море. По-моему, там внизу никого нету. Сегодня люди все-таки... Люди-то отмечают Новый год. Спиртное выпивают. Не все же такие, как я. И сегодня как раз самый кайф погулять по аллейке. Возле елочки. Ну а море сегодня. И этот пляж только мой. И, наверное, сторожа, который там сидит внизу. Все равно же этот дом. Там дедулька какой-то дом этот охраняет. Посмотрите, какой. Ой, здесь тоже высоко так. Вот где голубое. Прям море ближе к берегу, а туда уже темно-синее такое море начинается. Посмотрите, какой закат. Ё-моё, как красиво. Надо было еще взять с парка. И вот отсюда, ребята, мне очень нравится вид. Так. Ну, скажем так, да, в тему этот дом тут так смотрится.
Представляете, если бы он еще был не из такого дешевого гипсокартона сделан, а вот такой, как это, как вилла вот эта вот Димкина. Как старые дачи, да? Вообще бы было круто, чтобы такой конкретный дом. Ну, раньше никто такой себе не позволял, потому что, наверное, с давних времен действует закон, что там на сколько-то, на 500 метров, по-моему, от воды ничего нельзя строить. Наверное, он с тех времен действовал. Со времен основания Семииза, потому что, правда, вот это вот самый близко дом. Все старые виллы гораздо выше стоят. А вот этот туалет. Видите, летом так все прикрывается. И туда бегают. Делают дела свои все. А летом нету... Ой, а зимой нету туалета. Вон все на виду. Ой, какая красота. Да! Я вижу, на Диве кто-то ходит. Кто-то сегодня поднялся 1 января на Диву. Молодцы. Отсюда, ребята, вам еще показать красоту. Я вот сюда немножко отошел, видите, вон лестница. Класс положил, чтобы он не укатился у меня, если что, туда. То я его так опасно держу в руке. Или я мне такую подстилку прикольную дает, пенку. Надо мне тоже приобрести такую пластинку под задницу из пенки, чтобы, когда я один шарахаюсь даже, на камни ее кладешь, и вообще так, какая вещь хорошая. Вообще задница не замерзает. Вот как будто ты на табуретке сидишь. Наверное, кто-то знает, кто пользуется этими пенками. Я даже знать не знал. Я знал, что на них спать хорошо. И я видел, что их носят туристы такие. У них даже они вот здесь в области таза висят. Поджопники я их называю. Оказывается, такая действенная штука. Тут, ребята, видите, что валяется. Это, наверное, наверху дуб. Полубустук. Весь пол усыпан желудями. Все в желудях. Тут вон тоже, видите, как провалилось. Наверное, стена-то была до самого низа. Сейчас. Куда-то камни, наверное, туда улетели от стены. Опорные этой. Ладно, ребятки, пойдем вниз. Ай, классик мой. Я вот иду, ребята, и думаю, все время с этой стороны сюда захожу на пляж. О, гляньте, закат. Сейчас, наверное, мы пойдем. Лучше вон туда, вон так обойдем. На ту сторону посмотрим. Ладно, и отсюда посмотрим, и туда пойдем посмотрим. Ёшкин кот, как красиво. Пойдем туда. Кактусики. Сейчас обойдем. Это быстро. Ой, цветочек вон. Ухаживает за цветочком, наверное, сторож. Так, а тут уже начинается ветерок. Многие из вас наверняка тут загорают, купаются. Пойду я, наверное, вон на тот балкон. Оттуда вот, наверное, с того балкона будет офигенный вид на закат. О, да, ребята, это красота. И тут есть люди, и я не один на пляже, так что не только я один такой умный. С детьми играются. Отсюда видно платформу и закат. Сейчас посмотрим. А еще тут круто то, что деревяшки, у меня задница не замерзнет, сидеть и смотреть на закат. Красота. В общем, ребят, вот такой красивый закат я вам снял. Такой красивый таймлапс. Я уже семок нащелкался. Воздухом надышался. Тут так пахнет морем, тут так супер. Я вон на скамейке расположился. Уже бухнул кваса. Уже веселый.
черт подери. Он полбутылки выжрал. Смотрю, сейчас тут парень с ребенком играли, уже разошлись. И смотрю, с дивы идут, и на диву идут, и идут, и идут. В общем, дива сегодня 1 числа тоже популярное место. Я вот только жалею, что я не взял сегодня с собой квадрокоптер. Вообще в этом году мало летал в Крыму, потому что погода не позволяла. Ну, сейчас-то она позволяет. Надо в следующий раз, когда даже если я вдруг выйду в магазин, как я сейчас пошел немножко прогуляться, пока ролик рендерится, надо обязательно брать с собой все, блин, и корм кошечкам, и квадрокоптер, чтобы у меня в рюкзаке лежал, и все. Смотрите, как там солнышко просвечивается. Вот тут, наверное, летом, ребята, будет лежбище, хотел сказать тюленей, но лежбище туристов, туристы, их тут и так-то в этом году тут было много. В этом, наверное, году будет прям все камни вот до туда. Вот туда все камни, наверное, на камнях. Все будут загорать, все будут лежать. О, как ярко там солнышко просвечивается. И мы будем где-нибудь тут с вами тоже ютиться. Среди туристов. Я и мои подписчики имею в виду. На этом пляже я каждый день купаюсь. Я на том, тот центральный... Люблю, но я его люблю, когда в июне месяце я приезжаю, и еще более-менее мало народу. А потом, когда там становится много народу, я не люблю. Я хоть и вот здесь тоже много народу, но здесь этот пляж мне почему больше нравится. Что я вышел из дома, хоп, и через 3 минуты я уже на пляже, хоп, и через 3 минуты я уже дома. Ну, конечно, я 3 минуты никогда не иду, потому что я иду и подолгу все разглядываю. Я сейчас стоял, пока записывался таймлапс, я все рассматривал. У меня прям аж глаза как будто отдохнули. Я вот так еще стою, думаю, ребят, посмотрите, какая идеально ровная линия горизонта. Вот как природа все создала, да? Прям это красота. Еще очень интересно, сколько километров до соседей наших, до Турции. 250 или 300, интересно. Ну, далеко, наверное. А там, наверное, если уплыть туда дальше... И ты будешь, наверное, как в открытом море, вот такая же она земля. И, наверное, даже землю видно не будет, я так думаю. Вообще, я бы хотел, конечно, на каком-нибудь таком большом корабле. Вот так тут, да, прямо плыть куда-нибудь. Вообще, на большом корабле интересно. В открытом море страшно бы, наверное, мне было. Ну нет, почему-то плавать я не боюсь на кораблях, а... Пока что летать боюсь, но летать уже я тоже себя настраиваю, что надо это избавляться от этого страха. Летать надо. Правда, я себя, наверное, буду ненавидеть в очередной раз, когда я в самолет сяду. Ну ладно. Мне тут товарищ вообще рассказал историю. Он говорит, а что ты не летаешь? Ну, я ему это рассказал историю. Он мне рассказал, что он вообще летел с Таиланда. И они прям начали драться, говорит. Самолете прям конкретная большая драка была, потасовка прям. Я говорю, а что стюарты ничего не сделали? Он говорит, а стюарты сразу отхватили, и типа они потом вмешались, дрались, они, говорит, возле двери. Я говорю, да, они ж могли ее выбить. Он говорит, они могли ее открыть. Прям, говорит, большое побоище было, большая драка. Все, говорит, перепили почему-то там. А я, говорит, сидел, я уже с жизнью, говорит, попрощался. Тоже, говорит, натерпелся. Но он не боится, он летает. Я что-то так подумал, что, наверное, правда, зря я очкую. Надо было мне лететь на самолете в этот раз. Ну, блин, опыт автобуса, это тоже опыт такой, скажем. Интересный. Вон она, летит шлендра. Смотрите, небо какое голубое, розовое, прям красивое. Всякие разные цвета. Вечер сегодня я провел здесь. Я уже, ребят, на самом деле здесь около часа, наверное. Ладно, пойду я загружать ролик. Пора открыть мне ролик. Он, наверное, отрендерился новогодний. И опубликую его и снова пойду на улицу. Смотрите, ребята, я поднялся, чтобы попрощаться. Смотрите, кто бежит. Оба. Мяу, мяу. Ну, что такое? Быстренько покажи зрителям. Ой, еще одна. Что такое?
Прилетели шлёндры. Все, ребят, наверное, я закруглю здесь. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео. С вами был Игнат. Пока-пока.